Здравствуйте, я Алексей Фортиков, это «Форсаж». Сегодня мы не будем ни мыть, ни чинить. Сегодня покупаем автозапчасти в интернете. И в этом нам поможет интернет-магазин автозапчастей «Автодок». Представьте себе, на вашем автомобиле нужно заменить некую деталь. На рынок идти не хочется, мало ли что там продадут, да и с ценой можно прогадать. А на СТО говорят, детали нет в наличии, но ехать надо. В этом случае поможет всемирная сеть. А там, как известно, можно найти все. Отправляемся в интернет-магазин автодок.ру. Ассортимент на виртуальных полках можно считать миллионами наименований, но это не самое главное преимущество. Основное – экономия времени и нервов при выборе и покупке деталей. Преимущества интернет-магазинов много, конечно, и в основном это можно выделить три направления. То есть первое преимущество – то, что человек экономит время. То есть не нужно ехать в магазин, тратить деньги, время, нервы. Вот. Ему достаточно зарегистрироваться, зайти под своим паролем на сайт и произвести покупку. Вот. Значит, заказать, оплатить, получить товар человек может, не выходя из дома. Оплатить помогают различные системы платежные, как кредитные карты, так и переводы на расчетный счет. Также можно оплатить наличными деньгами в офисе. Все заказы, беженцы заказов, человек может отследить дома, то есть где находится в данный момент товар. На складе в Москве, в пути к нам или, может быть, мы его уже получим. Шоппинг начинаем с регистрации на сайте. Это очень просто и занимает несколько минут. После регистрации попадаем буквально в галактику автозапчастей. Звездные скопления деталей разложены по маркам машин, году выпуска и узлам машины. Электрика отдельно, гидравлика отдельно. Найти можно все, а по каталогу подготовиться к сдаче экзамена по устройству автомобиля. У нас представляется около 25 миллионов наименований из более чем 10 стран мира. Основные, естественно, поставщики находятся в России. Это хорошо, потому что сроки доставки могут варьироваться от 2 где-то до 8 дней. Бывают проблемные запчасти, которых нет ни в России, и приходится везти из США, из Японии, из Эмиратов. То есть там могут быть задержки до 2 недель. Как правило, это довольно редкие запчасти на редкие автомобили. Деталь выбрали, положили ее в корзину, выбрали способ оплаты, подтвердили заказ, оплатили. Запасаться огромным терпением не нужно. Деталь точно придет быстро и в срок. Поставщики у «Автодока» надежные. На данный момент мы работаем с местными поставщиками по краю, по Краснодарскому краю, по Ростовской области и, соответственно, наши. То есть мы выкладываем прайсы, скажем так, местных региональных поставщиков на сайте есть. То есть там есть сроки под один день. Говорю, ну прямо сейчас вы не сможете забрать, но, грубо говоря, через несколько часов вы можете получить. В «Автодоке» покупают не только частные лица. Сайт работает с множеством станций технического обслуживания, поставляет детали в розничные магазины. При оформлении заказа на частное лицо важно помнить, вся ответственность за выбор конкретной запчасти ложится на заказчика. Отсюда и разница в статусе клиентов. Оптовый клиент – клиент, который сам зарегистрировался на сайте и сам подбирает запчасти. Соответственно, он несет ответственность за правильность подбора запчасти, этих запчастей. Розничный клиент человек, который может иметь какие-то затруднения в работе с сайтом, с подбором запчастей, может прийти сюда, продавцы-консультанты подберут ему запчасть и закажут. Цена деталей зависит от страны ее происхождения, соответственно, и качество тоже. То есть те запчасти, которые производятся определенными фирмами, именно непосредственно для завода-производителя. Хоть они и приходят под оригинальными номерами, но на самом деле ни один завод мира не выпускает сам запчасти. Вот. Также эти фирмы, они могут выпускать под своим логотипом, под своей упаковке. То есть, в принципе, запчасти не те же, но цена варьируется от того, что если запчасти оригинальные, она стоит дороже. Если она не оригинальная, но того же производителя, она, естественно, дешевле. Бывают запчасти с не очень хорошим качеством. В основном они идут с Востока, то есть это Китай, Тайвань, Корея. Ну, как бы, соответственно, цена тоже низкая. Давайте подробнее посмотрим, как же сориентироваться в каталоге «Автодока». Все начинается с главной страницы, где нужно пройти регистрацию и только затем отправляться на поиски нужной железки. Переходим в каталог. Можно искать по каталожному номеру запчасти, если он известен. Но можно зайти и издалека и начать поиск с марки автомобиля, серии и года выпуска. В нашем случае ищем деталь узла сцепления на автомобиль известной немецкой марки. Каталоги в «Автодоке» есть на любой кошелек и потребности. Можно задавать любые параметры поиска. Самый простой способ начать искать, введя уникальный номер
номер транспортного средства, всем известный ВИН. Сайт расшифрует цифры и покажет список категорий деталей для нужной нам марки и года выпуска. Находим сцепление, смотрим на подробный чертеж узла. Все детали подписаны. Заодно можно узнать, с какими еще моделями машин они совместимы. Выбираем нужный узел, щелкаем по номеру и узнаем цену. Можно переходить к покупке и оформлению заказа. Если же знаний техники не хватает, можно приехать в Ставропольский офис «Автодок» по адресу 2 юго-западный проезд 3/3А, где менеджеры помогут сделать правильный выбор и оформить покупку. Колодки тормозные нужно находить. Посмотреть оригинальные, сколько стоят и какие еще есть замены. Toyota европейская? Да. Европейская? Да. Нет, американская. Американская, да? Да. Так, сейчас. Америка, Канада. Одну секунду. Передние колодки, правильно? Передние, да. Сейчас я пробью по оригинальной программе и буду вам называть цены. Вас интересует? Ну, от оригинальных и какие там замены. Какие замены? Есть, да. И сразу нормальные фирмы, чтобы были. Есть хорошие, сейчас я вам подберу. Офлайновая версия магазина ждет своих покупателей ежедневно, кроме воскресенья, с 9 утра до 6 вечера. В субботу до 3 часов дня. Вот колодки тормозные передние, 2300 стоят. Оригинальные, настоящие тойотовские, за 4 рабочих дня. Если вам нужно быстрее, за 2418 рублей мы вам привезем их за 3 рабочих дня. А, не оригинальные. Не оригинальные, сейчас вам подберу. 2400. 2400, да вам же нужно побыстрее. Ну да. Пожалуйста. Самая приятная и ответственная часть интернет-шоппинга тоже происходит в офлайне. Детали поступают от поставщиков в оригинальной заводской и фирменной автодоковской упаковке. Как и в обычном магазине, покупателю нужно проверить товар, не отходя от кассы. Если вы выбирали все сами и платите наличными, не забудьте взять у менеджера чек. Все остальные документы тоже будут в порядке. Вот так, все очень быстро и просто. Выбор деталей и оформление заказа занял не более 5 минут. А уж доставкой «Автодок» не подкачает. На сегодня у меня все. С вами был Алексей Форсиков. Увидимся через неделю.